и награждение категории соло. Также 3 призовых места: бронза, серебро и золото. И начинаем с бронзовых медалей. 3-е место, номер 52. Егор Михайлович, клуб «Арабеск», город Витебск. На 3-м месте также номер 46, Анастасия Старовойтова, «Акцент», город Заславль. Второе место и серебро, номер 8, Мария Борисова, «Кинезис», город Минск. И также на втором месте номер 54, Лидия Клыковская, «Арабеск», город Витебск. Золотые медалисты в категории соло. 1-е место, номер 29, Александра Турлина, «Бобруйск». 1-е место, номер 19, Эвелина Зайцева, город Гомель. И 1-е место, номер 36, Ульяна Бортник, клуб «Кинезис», город Минск. Давайте аплодисментами поздравим категорию «Школа танца», провожаем их с паркета. И готовимся встречать финалистов утреннего отделения, финалистов остальных возрастных категорий, принимавших участие в открытом чемпионате города Минска по спортивным бальным танцам. Итак, на паркет для награждения приглашаются финалисты.